Замечательно. Секундочку, еще раз повторим. А ну-ка, девчата, улыбнемся дяде фотографу. Внимание, снимаю. Оп! Пап, а ты кремлевские звезды в Москве видел? Видел. И тебе покажу. Ну что, видно? Нет. Не видно? А так? Ой, да ты что? Вижу. Ишь ты, какая глазастая-то, а? Разведчицей будешь? Ну что ты говоришь? Ну какая разведчица? Ну что, Кнопка, теперь мороженого? Ой, папка, ты мои мысли угадал. Ты маг и волшебник. Сама справишься? Еще бы. У меня папка тоже командир, у него даже свой корабль есть в Кронштадте. Не говори ерунду, никакой это не его корабль, он просто там служит. И вообще, зачем ты всем военные тайны выдаешь? Никакая это не тайна, если он там служит, значит и корабль его. Ведь так? Выходит так. Это он командир корабля, то есть капитан. Вот видишь, люди в этом разбираются. Иди давай. Почему ты снова уезжаешь? Взывают в часть. В армии большие перестановки. Мне нужно быть там. Неужели опять война? Ну что ты, какая война? Не бойся, дорогая. Тебе с Женькой лучше уехать к моей матери в Карелию. Прямо сейчас. Нет, я без тебя никуда не поеду. Так надо. Ну, моя девочка, ну давай, пошли. Пошла, хорошо. Слышь, как заливает, а? А кто это поет? Соловей, кто же еще? А? Как гласит. Ах, вот ты какой, Соловушка. Когда папка приедет, я вам тоже спою. Да. Замечательно. А какую песню? Это будет сюрприз. Бабушка! Моя, моя красавица, родная ты моя. Ой, 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 как выросла-то, выросла-то. Здравствуйте, мама. Здравствуй, дочь. Ну, гляди, какие у меня красавицы. Это невестка моя. Не признал, небось. Почему я не признал? Сразу признал. Смотрю, городские барышни стоят, но я и признал. Да, Никанор Матвеевич, повезло нам с вами. Спасибо. Ну, вечером-то по-соседски уж заходи. Ну, обязательно зайду, Аграфена Андреевна. Обязательно. Уши погреть, городские новости послушать. Ну, поехал я. Поехал. Иди с Богом. Ну, чего, устали? Ой, поезд опоздал. Стояли долго под Тихвином. Состав пропускали. Ага, военный бабуля с танками. Сама видела. А калитки-то мои не забыла еще? Конечно, нет. Самые-самые вкусные. Ну, пойдем скорее. Давайте. В дом. Чего же мы тут стоим? Давай, давай. Давай, я помогу. Ой. Тебе. Господи, доченька. Давай, открывай дверь. Молодец. Надолго? Как получится. А че, сынок-то не приехал? Вот подарочек вам. Ой, красота, да ты убери, замараешь. В письме-то писал, что, мол, приеду. Что у вас там, не заладил, что ли? Ой, да ну что вы, просто Мишу вызвали в часть. А, ну понятно. Петька на днях забегал, про тебя спрашивал. Когда приедет, когда приедет? Он, наверное, взрослый совсем, дружить не захочет. Да кто ж с такой красавой дружить-то не будет, уж не выдумывай. У пацана день рождения. И как они без матери? Трудно, но Григорий Романович мужик хозяйственный, справляется. И все так же в школе работает? Что ты, какая школа? Помощник председателя. А как же день рождения и без подарка? Мамочка, а можно я ему свою любимую книжку про челюскинцев подарю? Конечно, хороший подарок.
И вот еще шоколадку. Ну, беги. Молодец. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что, меня за воришку принял? Я не воришка. Я Женя. Женя Еремкина из Ленинграда. Ты пусти меня, пожалуйста. Я в гости иду. Ты, наверное, голодный, поэтому и злой. Это вкусно. Ешь. Эй, девочка! Ты кто такая? Ты что, меня не узнал? Петька, я Женя, Аграфена Андреевна, внучка. Ты же мелкой была, вот такой. А теперь я выросла. Это твоя собака? Моя. Не бойся. Пойдем. Я тебя сейчас с Серегой познакомлю. Здравствуйте. Вот, познакомьтесь, это Женька. Ну-ка, дайте-ка посмотреть на красавицу. Женька. Выходит, Аграфена Андреевна внучка, так? Да. Ну, а меня не помнишь? Отец Петькин, Григорий Романович меня зовут. Мы же с тобой вместе на сенокос ездили, Женька. Неужто не помнишь? Не очень. Я ведь маленькая тогда была. Но мне все равно очень приятно. Ну, проходи, садись. Я Женя. Серега я. А, это ты с дерева в выгребную яму сиганул и чуть не утонул. Ну, в этом, как его? Да не я это был, не я. То другой. Да ты это был ты. Хватит заливать. Аж с головой плюхнулся. Вот умора была. Ну ладно, ладно, будет тебе, Петька. Давайте-ка лучше чай пить. Григорий Романович, здрасте. День добрый. Там Федька жену гоняет. Без вас не разобраться. Ладно, буду сейчас. Ну что, ребятушки, придется вам без меня тут хозяйничать. А мне отъехать надо. На-ка, Петька, поухаживай за Женечкой. Угу. Хлеб с вареньем будешь? Угу, спасибо. Вон как я! Петька! Да, Максим, ну где это? Петька, не дури! Феда! Ты что творишь, гад? Уйди. Топор брось. Прими уже. Не дури, Федор. Я и богу примею. Рука не дрогнет. Иди проспись, дурья твоя башка. Чего расселись-то? Давайте к мамке бегите или еще куда. Бегите! Туату, куйбулот. Это называется элерон. Это руль направления, это киль, а это часть фюзеляжа. А вот тут вот мы мотор и винт сделаем. Да, интересно. А хочешь? Я тебе пластинку поставлю. Да, было бы здорово. Пойдем. Эх, хорошо в стране советской жить. Эх, хорошо в стране любимым быть. Эх, хорошо в стране полезным быть. Доступ с гордостью носить, доносить, не землю решительным шагом, помня твердо заветы отцов. Знай один лишь ответ, боевой наш привет. Будь готов, будь готов, будь готов. Конечно, летит! Ура!
Ого! Мужики, подождите меня! Даешь, Пасавиахим? Отдай самолет, он не твой! На, держи! Ах ты гад! Давай, бей его! Здоровский приемчик. Да, меня батя научил. Классно. Еще посмотрим, кто кого. А вы чего стояли? Так все по-честному. Один на один. Шибко правильные, да? Ну а че? Ты чего не спишь, полуношник? Так завтра же поход. Я помню. Именно поэтому ты сейчас отправляешься спать, как настоящий солдат. А если приказ не будет выполнен, завтра весь день будешь драить полы, понял? Понял. Не слышу. Так точно! Как пустой голове руку не прикладывают. Отбой! Есть! Ребята, внимание! Повторяю, задача каждого звена – прийти к костру раньше, чем другие. Это понятно? Да! Ну вот и отлично. Тогда слушай мой приказ. Разбиться на звенья. А можно быть в вашем звене? Зим, ну конечно же можно. Правда? Да. Ура! Пошли! Пойдем через тут. А вы не боитесь, что кто-то заблудится? Да и вообще, мало ли, чего может случиться с детьми в лесу. Катерина Сергеевна, дорогая, да не волнуйтесь вы так. Что с ними может случиться? Они же эти места с младенчества знают. Давай. Спасибо. Сюда! А? Смотрите! Какой красивый! Как в сказке! Правда, здорово! Ты умеешь хранить тайны! Мы хотим тебе кое-что показать! Только поклянись, что никому не расскажешь! Честно-честно! Пошли! Ничего себе! Здесь наш секретный штаб! Ты читала книгу? «Приключения доисторического мальчика». Читала. Это я оттуда узнал, как пещеру оборудовать. Хорошая книга. Полезная. Да. А факелы из чего сделаны? Все просто. Смола да береста. А, здорово. Прям как в замке. Здесь, наверное, и жить можно. Еще бы. В жару здесь прохладно, а зима тепло. Я слышала про такое. Микроклимат называется. Да. Ладно, идти пора, а то к костру первыми не успеем. Жалко, я бы еще здесь побыла. Еще успеешь, пойдем. Говорила, эти следопыты везде тропу найдут. Здравствуйте! Молодцы! Эй! Женька! Ребята, а давайте споем такую хорошую песню. А какую? Да эту, про ветер. А ну-ка песню нам пробуй, веселый ветер. Веселый ветер, веселый.
Ну что, Катерина Сергеевна, как вам наша деревенская жизнь после Ленинграда? Да. У вас хорошо. И дети. Такие счастливые. Добрый мы за победу боролся. С нами вместе пускай запоет. Кто здесь, кто смеется, кто хочет, кто добьется, кто ищет, он всегда найдет. Мам, ну давай читай быстрее. Здравствуйте, мои дорогие. Мама, Катенька и доченька Женечка. Очень по вам соскучился. Не терпится быть рядом с вами. Сам я жив, здоров. На границе спокойно, но хлопот по службе много. Так что, если мирно будет, тут же к вам приеду. Надеюсь, у вас все хорошо. Берегите друг друга. Крепко целую и обнимаю. Ваш любящий сын, муж и отец. И все? Что вы сидите, как на поминках? Жив, говорит. Здоров. А это главное. Пойду по хозяйству. Заливали, да? Ну что, досиделись? Начальство едет. Явился. Добрый день, Григорий Романович. Здорово. Как доехали? Нормально. Ну, вот, Григорий Романович. Здорово, мужики. Говорят, норму сделали. Здорово. И баста. Ну и чего сидим, не работаем? Я на работе дохнуть не обещался. А, то-то я гляжу, ты переработался. Саботаж решил устроить. А ты мне не указ. Так, Григорий Романович, мы норму в два раза превысили, а нам ее в три раза повысили. Сделаем еще повысить. А вы что думаете, вы одни в стране работаете, что ли? Вон товарищ Стаханов 10 норм выполнил. Вот на кого равняться надо, а не на Федьку. Да ладно тебе, Романович. Тоже мне агитацию устроил. А я не могу работать. Ранение старое вступило. Ну, ладно, мужики. Пойдем, работать пора. Леха, а ты че? На уговоры поддался? Да иди ты. Языками почесали и будет. Угу. Мужики, ну, пойдем. Вот дурак. Федор, ты че народ баламутишь, а? Ну, а что ты мне сделать можешь? Нет у тебя против меня никаких законов. Сказал, не буду работать. Значит, баста. Ладно. Не хочешь с людьми жить? Не взыщи. А у нас каждый сам за себя. Федор! Гнилой ты мужик. Вчера письмо от папки пришло. Я ему весь вечер ответ писала. И про поход, и про тебя. И про то, что ты летчиком хочешь стать. Он на границе служит. Значит, граница на замке. Точно на замке. Огонь! Вот гады! Не бойся, Женька! Что вы делаете? Ах, вы негодяй! Ах, ты паршивец! Ты чё, дед, совсем свихнулся? Что ж ты за паршивец-то такой, а? Это он первый начал. Пусть он начал, да? А полкан тоже первый начал, да? Не трогал я его, пусти. Пусть не гавкает, а то ему и вовсе башку сверну. Да я тебе сверну. Беги, беги, пока не наваляли. Почему он такой злой? Да не злой, просто дурной. Вот, да. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны,
германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами! Мам, а как же папа? Он же там, он же на границе. С ним все будет хорошо. Ой, господи, господи. Афина Андреевна. А! Я к тебе как раз. А что ко мне? Разговор есть. Я на фронт ухожу. Господи, а сына-то на кого оставишь? Аграфена, ты уж присмотри за мальчишкой. А? Возьму к себе. Хозяйство большое, он не справится. Мало еще. Спасибо тебе огромное. Ага. Он самостоятельный. Да. Корову сам доит. Да, только приказ вышел. Всю скотину гнать в сторону Ленинграда. А население эвакуировать в Архангельск. Господи, чего ж так далеко? Приказ такой. А приказ есть приказ. Финны в войну вступили. Как это? С севера напали. Что же, финны сюда придут? Нет, не придут. Не допустим мы этого. Петька. На, вот, держи. Сохрани. Эй. Ну ты чё? Ты чего, Петька? Боязно мне, батя. Не бойся ничего. Надо за родину послужить. Так надо, сын. Я знаю. Глаза у тебя мамкины. Мам, война скоро закончится. Я хочу в Ленинград. Туда сейчас нельзя. Там опасно. Мы со всеми уезжаем. Я хочу в Ленинград, в нашу комнату. Хочу проснуться, и чтобы все было как до войны. А
А вдруг папка вернется, а нас нет? Нам надо домой. Мы вернемся. И папа вернется. Вот война закончится скоро, и мы вернемся. Обещаешь? Обещаю. С ребятами. А я-то что ж? Я тетка твоя родная. А ты у меня один, куда я без тебя? Я тебя не могу потерять. Не могу, слышишь ты? Да знаю я, тетя не. Ничего, Сережка, война кончится скоро, война кончится. У нас же армия, какая у нас? У нас дед Георгий на фронте, дед Володя, дядя Слава, дядя Петя. Ну ты же знаешь, какой славы у нас. Да от него все немцы, как зайцы по болоту, драпать будут. Ой, я дурья башка. У меня же морсик есть. Хочешь морсику, Сережка? Самолет. Там самолет. Эй, там самолет. Ой. Я, вы бегите. Там за поворотом с подручней будет. Нет, без вас нет. Беги, милая, тебе деток спасать надо. Я свое прожила. Господи, спаси, сохрани. Помоги вам, Господь. Дай вам силы. Давайте, давайте! Это бальс! Лику-лику! Эй, сей! Идите! Я больше не могу. Ну, пожалуйста, мама, уже совсем немножко осталось. Надо. Екатерина Сергеевна, а ты куда бежим-то? Увидишь, мам, увидишь. Бежим. Пойдем.
Сейчас будет тепло. Мам, они ведь не посмеют бабушке сделать плохо. Нет, что ты. Они же не звери. Выстрел был только один. Пуля вот у самого уха просвистела. Бабушка Аграфена у вас знаете какая? Гвозди бы делать из таких людей. Так что не переживай. Не пропадет наша бабушка. А как же мы? А что мы? С нами вон Петька. Смотри, какой штаб оборудовал. Да. Настоящий мужчина. А вот я думаю, надо к нашим пробиваться. И где они теперь? Наши. Под Ленинградом. Ничего, сейчас финнов поглубже затянут, а потом в наступление пойдут. Стратегия такая. Как с Наполеоном. Мне папа рассказывал. Интересно, где он сейчас? Ясное дело, фашистов бьет, как мой батя. Ребятки, давайте спать. А завтра решим, куда двигаться дальше. Чего ты? Где? Тихо! Прячьтесь! Давайте, давайте! Обсудить со мной и моими помощницами. Меня зовут Инкери. Внимание! Я комендант лагеря майор Виртанен. Все продукты потом вывалит вот сюда. Все вещи потом сюда. Одежды может оставить. Кто нарушит правила... будет наказан. Отдай, гад! Понятно! Это не твое! Это мне батя подарил! Отдай! Кука теистä on Карьяласта? Менкää joukosta sivuun. Не боитесь. Мы пришли вам освободить вас от русского ига. Финское правительство предлагает всем, кто является Карелией, стать частью Великой Финляндии. Им будет представлено отдельное жилье, их дети будут получать отдельное напитание. Итак, повторяю. Если среди вас Карелии вепси... Ну! Мы карелы.
Господин майор, вот мой сын говорит по-фински. Да. Хыва. Хорошо. Вечером приходи в комендатуру. Разберемся. Хера майоре. Анатеко. Господин майор, а вы мне часы подарите? Это ли виланса нацита? Не заслужил еще. Заслужу. Остальни по паракам шоком марш. Бабушка! Доченька! Жива! Слава Богу, Господи! Как же вы? Деток не поймали! Господи! Слава Богу, что жива ты! Что случилось-то, а? В лесу поймали. Ну, обошлось. И слава Богу. Тихо. Пойдите сюда. Ну? Мне сказали, что вы пытались бежать. Не трогайте мою маму! Доченька! Дети, доченька! Был бы здесь мой папа! Что? Не надо. Этническая принадлежность. Чего? Национальность какой? Кто ты? Русский, белорус? Карелы мы. Вон батя мой. Это хорошо. Язык наш знаешь? Посад. Знаю. Я свободен? Хиба-тауса. Хорошо, что знаешь. Будешь переводчик. Неми. Будешь жить при комендатуре. Угу. Я пошел. Сейс. Стоять. Не спишь? Это зачем? Вот, смотри. Это наш календарь. Не знаю, как ты, а я здесь долго оставаться не собираюсь. А как же я? Мама? Бабушка? Ну да, бежать с кондачка не получится. Нужно все продумать, подготовиться. Да. Matkalla oli Iivana, kun Molotovin lupasi on kaikki haroshi. Huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Эй, тут,
Эй, девочка, что за красавица? Хочешь, отвезу тебя в Финляндию? Шоколадку хочешь? Держи, сказал. Иди. Ребята. Hyvä. Серега! Серега, друг! Ты как тут оказался? Ведь ты уже уехал в Петрозаводск с тетей. Вы вместе? Она здесь? Она жива? Стой! Вот так вон. Иди, сфотографируй меня. Встань по-другому. Вы что здесь устроили? Извините. Езжайте. Неужели люди так могут? Да не люди они. Ты куда? Сейчас увидишь. Oliko perissuksille? Turpa kiinni! Как-нибудь в другой раз. Обещаешь? Обещаю. Сегодня ночью эти два мальчика нарушили правила. Самовольно покинули в лагерь. За это будет наказание. Хочешь, чтобы я наказал? А.
Сильнее! Бей, Серега! Больно? Терпимо. Серега не сильно бил. Серег, ты чего? Иди к нам. Я трус. Никакой ты не трус, а совсем даже наоборот. Глупый. Ты хоть понимаешь, что Петьке жизнь спас? Ненавижу их. Да, я тоже. И мы должны быть вместе, слышишь? И жизнь свою отдавать друг за друга. Пойдем. Это было боевое крещение. Я с тобой, Серега, хоть в разведку, хоть куда. Ты настоящий друг. А я ваша боевая подруга. Ты чего такой хмурый, дед Никанор? Чё надо? Да так, поговорить хотел. На, держи. Бери. Бери, я не жадный. Всегда рад угостить, дед. Ты прости меня, дед. За что именно? Да, за полкана твоего. А, ладно. То старая помянет тому глаз вон. А хочешь, дед, я тебе каждый день папиросы буду таскать. Ух ты. А за что ж мне такая привилегия-то, а? Ну, ты же знаешь, что в вашем бараке за колючку ходят. Вот как в следующий раз соберутся, ты мне шепни. М? Дерьмо табачок-то. Дерьмо. А ты иди отсюда. Иди, я сказал. Господи, Боже мой, спаси и сохрани детей и людей наших, а врагов наших надоум и настав на путь истинный, ибо Ты – крепость наша. Слава Тебе и благодарение во веки веков. Аминь. Да, глупо мы попались. Да. Ничего. В следующий раз будем поосторожнее. Следующего раза не будет. Вас же чуть не убили. А что, мы тут сидеть и ждать, пока с голоду не помрем? Да, Серега, дело говоришь. Пока в лесу можно пропитание найти. Нужно ходить. А какое пропитание? Ягоды? И их скоро не будет. Значит так, нужно в наш штаб идти. Там где-то проволока была у нас. Силки поставим. Да. А что такое силки? Ловушка на зверя, дикого. Меня батя учил. Когда пойдем-то? Завтра. Какое завтра? Тебе поправиться надо. Да, тут Женька, конечно, права.
Ты сейчас не боец. Подождать надо. Прости. Дочка, тихо. Да что ж такое? Воды! Черт мой. Тихо, тихо, тихо. Доченька, держись. Сейчас, моя девочка. Давай, давай. Спасибо. Пей, пей. Все, иду. Сейчас. Мы сейчас встанем. Женька, держи. Вот и изверги. Петька, смотри! Кажись, наш! Наш? И 16! Сейчас дадут жару фашистам! Ага, дадут! Эй, Боян, ну-ка, там! Идите сюда! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Вот такая же! Ешьте! Сюда! Ешьте скорее! Minullakin on 3 poikaa. И у меня 3 детей. Потона. Прямо как вы. Чего он говорит-то? Он про своих детей говорит. Эй! Ну не, идите отсюда. Tykkäättekö tästä paikasta? Чертовы засранцы. Anna niille kyytiä. А ты что, хочешь место потерять? Jumala edessä. On kuule kaikki. Перед Богом все равны. Eikö niin? Не так ли? Ты... Ерунда. Ничего и не равны. Уж ты-то знаешь. Я знаю. Ребята! Идите сюда. Смотрите. Вот забегали-то. Ух ты, наш флаг! Вот здорово! Серега, твоя работа? Да. Серега, а где ткань взял? Места надо знать. Эх, жалко. Сейчас снимут. Выходит, все зря. Ничего не зря, Серега. Конечно, не зря. Видишь, как они перепугались? Пусть у гадов земля под ногами горит. Войдите. Хера майоре. Господин майор, мой отец хотел бы вам кое-что показать. Что-то важно. Говорит, да. Но меня сит-то. Пошли. Здравствуйте, господин майор. Как мой сынок поживает? Ближе к делу. Да, еще в лес ходил. Селки проверить. Ну, подхожу к тропе, значит. Короче, вы хотели что-то мне показать. Вот. На ветках висело. Советский. Парашютиста рядом не было. Но кругом много крови. Видать, ранен шибко. Значит, далеко не уйдет. Покажешь на карте? Покажу. Слыхал, мамка твоя помирает. Врешь ты, она поправится. Женя, не обращай внимания. Чтоб поправиться, жертва нужна нормальная. На, держи, тушенка.
За так, что ли? Танцуй! Давай, ради мамки! Танцуй! Иди! Иди! Еще раз так сделаешь! Глотку перегрызу! Петька, пойдем, пожалуйста! Да я скажу, тебя выпарят! Вот гад, предатель! Доченька, я не голодна, а ты поешь. Тебе нужны силы, ты должна быть сильной, что бы ни случилось. Ой, мамочка, постарайся, тебе нужно есть. Любимая, я хотела перед вами, тобой и папой, выступить в нем, чтобы вы смотрели и радовались. А я ведь так и не услышала ту песню. Спой, внученька, спой. Ты, соловушка, умолкни, песен петь не надо. Ты не шли мне своих трелей на заре и сада. Ты не шли мне своих трелей на заре и сада. Твоих куда дальше? Кажется, туда.
Кто такие? Да не дрейфь. Свои. Да мы и не дрейфим. Он Петька, а я Серега. Угу. Воды бы. Сейчас. Вы откуда? Из лагеря. Ночью за колючку бегаем. По-тихому. Тяжко там. Тяжко. Скоро рассвет. Возвращайтесь, пока вас не хватились. Обо мне никому, ясно? А как же вы? Пару дней отлежусь и к своим пробираться буду. Ну, а куда вам к своим-то? Вон вы изранены весь. Да так вот. Давай иди, пацаны. Иди. Товарищ капитан, мы что-нибудь придумаем. Какие ранения? Да кто его знает? В темноте не разглядеть было. Но гимнастерка вся в крови. Эх вы, надо было узнать. Да мы растерялись немного. Дед Никанор. Держите. Берите, ешьте. Ешьте. О! Спасибо, спасибо. Спасибо, дедушка. Спасибо. Чего? Опять в лес бегали? А? Дед Никанор. А чего? Где можно медикаменты раздобыть? Нам очень нужно. Где ж ты их раздобудешь-то? А чего? За беда стряслась. А? Говори. В общем, сегодня ночью в лесу красноармейцы нашли. Ранен он. Ранен. Значит так. Внученька, помнишь, как мы с тобой полкана лечили? Мазью бабушки твоей, Аграфены. Конечно, помню. Ну вот. Вот эту мазь достать. Она ж от любой хвори помогает. Решено. Идем после отбоя. Идем. В деревню соваться опасно. Дед Никанор, мы же не впервой. По-тихому. По-тихому. Я с вами. Нет. Может быть, и мой отец, раненый, ждет помощи. Мне надо идти. Я не против. Твое слово. Ладно. Значит так, пойдете, как стемнеет. Потому как к деревню путь не близкий. И чтоб до рассвета все вернулись. Угу. Серега, ты на стрёме. Пойдем. Хорошо. Бежим!
Извините, потерпите, пожалуйста. Я смотрю, у вас пополнение. А я же вам говорил, обо мне никому. А так это наша боевая подруга. Угу. Ты местная? Нет, я из Ленинграда. Женя. Земляки, значит. Капитан Зинцов. Петр. Очень приятно. Товарищ капитан, а вы встречали Кикачева Григория Романовича? Нет, не слыхал. Это батя мой. А как вы здесь оказались? Да. Два мессера за мной увязались. Я с одним и разобрался, сбил. Другой меня достал. Самолет загорелся, пришлось прыгать. Теперь я здесь, как волк затравленный. Что будете делать дальше? Повоевать надо еще. К своим буду пробираться. И мы победим? Конечно, победим. Обязательно победим. Чего бы нам ни стоило. А мы не сомневаемся. Правда, ребята? Не сомневаемся. Ни на секунду. Это правильно. Все, вам пора идти. Спасибо, ребята. Эх, и правда, пора идти. До свидания. До свидания. И сюда больше не приходить. Это опасно. Русские своих не бросают. Tervetuloa. Menkää pois, Vaslav Paraku. Olkaa hyvä. Добро пожаловать. Tällä hetkellä leirissämme on 1200 ihmistä. В данный момент в нашем лагере 1200 человек. Suurin osa heistä työskentelee. Большая часть из них работает на лесоповале. Loput palvelevat leirin tarpeiden. Остальные обслуживают лагерь. Mikä on heidän elinolon standardi? В каком они состоянии? Kaikki on järjestyksen. Все согласно порядку и правилам. Sääntöjen mukaan. Herra kenraali. Господин генерал. Ainakaan kukaan vangeista ei valita mistään. Никто из заключенных не жалуется. Tahdon puhua heidän kanssa. Я желаю побеседовать с ними. Järjestä kolmas barakki valmiiksi heti. Постройте людей из третьего барака. Быстро. Olkaa hyvä, herra kenraali. Пожалуйста, господин генерал. Вами хочет разговаривать господин генерал Леннард Эш. Это большая честь для вас. Отвечайте четко на поставленные вопросы. Здравствуйте. У какой есть какие брошь писала бы?
То и все довольны. Условиями питания и проживания. Отвечайте, когда к вам обращается господин генерал. Жалоб нет. Жалоб нет. Жалоб нет. Вот, видите, господин генерал, все в порядке. Сволочи ваши офицеры. Это что? Морят детей голодом в день. Чайная ложка муки. Это же мучительно. Не успеваем могилы рыть. Каждый день сироты умирают. Ну мы-то ладно. А дети в чем виноваты? Ты смелая женщина. Я ценю честность. У тебя внучка. Ты забила? Ты просто выжила из ума, старая дура. Нин тухма. Olen pettynyt teihin, herra майор. Я вами разочарован. Суремат селивютюне. Риккоя. Несмотря на ваше звание, вас могут судить. Саамасса. Риккомуксу. По законам военного времени. Рангайсту. Herra kenraali, господин генерал, за что? Kiinni. Молчать. Olemme sivistyneitä ihmisiä. Ja meidän on täytettävä. Мы должны соблюдать нормы, установленные стандартами Красного Креста. Стандарты. Toivon, että teette oikeat... Надеюсь, вы сделаете правильные выводы и исправите ошибки. Selvä, herra kenraali. Так точно, господин генерал. Sinä. Ylös. No niin. Ylös siitä. Ja sit mennään. Kurva kiinni. Hyvää yötä. Babuska. Babulinka. Hiljätäkää se tyttö. Этого еще не знаю. Я знаю. Бабушка сейчас с мамой на небесах. На, держи. Ешь. И ты ешь. Видал? Фашист. Немчура. Я больше здесь не могу. Бежать надо. Когда? Сегодня. Ага. Решено. Бежим сегодня ночью. Ага. Перейдем в пещере. А когда капитан выздоровеет, будем к нашим пробираться. Эй, Петька! Узнаешь? Были ваши, стали наши. Бью, гада! Подожди, Петька, куда? Петька, постой! Подожди! Видать, я... Петька!
Вырыть-то! Мои часы! Виктор, ты заслужил! Берапонь, берапонь! Ну! Пусти, кому говорю! Оли, берапонь, берапонь! Haluatko näyttää hänelle itse? Хочешь сам его прикончить? Ну что, гад? Кишка тонкая. Ты жалок, трус. Суркимус. Позор. Спасибо. Да бросьте вы это. Ну что, давайте прощаться. Эх, как до Даши доберетесь, скажите, что тяжко здесь народу, и все могут выдержать. Конечно. Да, вот еще. Скажите, что терпим, ждем и надеемся. Вот. Ну, Богом. С Богом. Идите. Серега, давай первый. Ну, пошел. Ага. Это же наш капитан. Смотри. Теперь понятно, откуда у Васьки часы. Stay off diffuser, du. Hab gesagt, stay off diffuser. Ach, hier ist es. Was? Да. Плохи дела. Зачем он здесь? Для меня он ничего не значит, а вот для вас он убил много ваших людей. Считайте, что это мой подарок вам. Вы можете персонально его пристрелить. Я не убийца. Вы не правы. Пуля делает человека свободным быстрее, чем работа. Нет. Нет. Куда? Ну что? Нет! Нет! Gib mir dein Gewehr! Gib her schneller! Не надо, пожалуйста! Стой! Стой! Пожалуйста! Назад! Ты, соловушка,
песен петь не надо. Ты не шли мне своих трелей на заре из сада. Ты не шли мне своих трелей на заре из сада. Твоих песен сладко звучных я не в силах слушать. Сердце сразу замирает, тяжесть давит душу. Сердце сразу замирает, тяжесть давит душу. Ты лети к счастливым людям, тем, что веселя. Забавляться они песнею твоею будут забавляться. Мне же песня давит душу, не дает услады. Мне же песня давит душу, не дает услады. Ты соловушка родимый, мне не пой, не надо. Ты соловушка родимый.